Ирина, вот добрый день еще раз. Вот снимаю вам полушубок с капюшончиком. Длина шубы 70 сантиметров с капюшончиком. Одна пластина на рукавах отстегивается, можно под перчаточки. Ну, если не хотите, ее не видно. Это как соединение шкур идет. Мех довольно такой плотненький, набитая шкурочка, густой подпушек. Капюшончик удобный, красивый. И можно здесь застегнуть капюшон, чтобы вообще не продувало. Цвет пудра. Сейчас со спиночки покажу вам. Вот спиночка. Моделька идет поперечная, прямая. По бокам с двух сторон имеется кулиска. Можно подзатянуть кулиску, сделать как спортшик. Так, внутри у нас идет шелковая подкладка. Застегивается на еврокрючках. И на всех наших шубах есть внутри потайной карманчик. Можно расстегнуть, залезть внутрь. Просто с одной рукой неудобно. И посмотреть шкуру. Вот смотрите, шубка сшита, не клеена. Шкурочка мягенькая, эластичная. Вот такая вот красивая моделечка. Сейчас посмотрю, что есть в вашем размере, еще отправлю вам.